Северная столица стала центром притяжения культуры. Там начал свою работу 6-й международный форум. В этом году событие объединило более 30 тысяч участников из 79 стран мира. На форуме международного уровня принимает участие делегация Якутии. Об итогах первого дня расскажет Айсена Бурнашова. Главной миссией форума этого года является формирование ключевых векторов развития культуры как активной силы. Культура здесь выступает и наследием человечества, и фактором социального развития, и даже целой индустрией. По традиции форум разделен на профессиональный и общественный поток. Допустим, меня вот в этом форуме очень сильно интересует музейная деятельность, поскольку, как вы знаете, в Республике Саха-Якутия открываются новые музеи, мы изучаем, пропагандируем наши исторические, культурные ценности и так далее. Но мы стараемся охватить все сферы деятельности, и наша делегация участвует фактически во всех площадках. В рамках празднования 385-летия вхождения Республики Саха в состав России Музей музыки и фольклора народов Якутии представил свою концертную программу. В таком зале и на таком инструменте, простите, еще давно уже не играла. Это Шереметьевский дворец, это рояль Стейнвей. И давняя наша мечта, она, в общем-то, сбылась. Я считаю, мы готовы. Мы всегда выступаем с этой программой, поэтому как-то я чувствую себя уверенно, но все равно волнуюсь, как первый раз. Доказал свою востребованность и стал авторитетной мировой площадкой. В течение 3 дней работы 6-го по счету культурного форума на 102 площадках города пройдут более 300 мероприятий, которые поспособствуют воплощению в жизнь перспективных идей и инициатив. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.